же ты ко мне придешь и все поймешь, ты все поймешь. Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом. А сейчас нас ждет сюрприз. Так, судя по шуму воды здесь, сейчас мы увидим голову и смешного, возможно. О, так он совсем не голый. Не, я понимаю, на Путина насрал попугай Яроша, ну так есть за что? А какого хера на меня в 11 часов ночи эта сука, которая должна спать под домом, блядь, ждал, сидел в засаде, как тех покемонов. И, сука, прилетел, насрал мне на рубашку, на плечо, скотина. Этот голубь, этот, птица мира, мать его. Сука. Так он перепутал тебя с покемоном, народ. А, или с Путиным? Ага. Ну, Путин тут в Одессе не ходит. Ну, иди знай. Я вроде не похож. А ты точно только на рубашку? А? Похож? Ну, повезло. Ну, будешь в хорошей компании. Ага. Отмеченных сверху. Да. Говорят, деньгам, но что-то денег я пока не наблюдаю. Ну, ничего. Много. Скоро будет говна. Скоро будет полная ванна.